Привет! Можно ли взыскать неустойку застройщика за задержку сдачи квартиры? Рассмотрим ситуацию. Можно ли в течение 3 лет после подписания акта приемки квартиры взыскать неустойку за задержку сдачи квартиры, если вы уже ее продали? Задержка сдачи дома влечет начисление неустойки. Однако исчислять срок необходимо с момента сдачи дома. Неустойку правильно начинать исчислять с момента начала просрочки. Соответственно, 3-летний срок на взыскание неустойки начинается с момента начала начисления неустойки и по истечении 3 лет с момента передачи квартиры. Течение срока исковой давности не препятствует подаче иска. Суд обязан его принять и рассмотреть по существу. Однако, если застройщик заявит об истечении срока исковой давности, и он обязательно это сделает, в удовлетворении иска вам откажут. Если срок будет частично истекшим, соответственно, суд взыщет неустойку за неистекший период. Застройщики всегда заявляют о чрезмерности суммы начисленной неустойки, и суды обычно идут им навстречу и снижают размер присужденной вам компенсации. Продажа этой же квартиры совершенно не влияет на право требования неустойки. Это ваше право, как дольщика по договору. Если вы продаете квартиру, предметом договора является именно квартира, точнее переход права собственности на нее. А право требования неустойки остается за вами, и вы вправе заявить иск о взыскании неустойки самостоятельно, а можете переуступить это право третьему лицу, в том числе и покупателю квартиры. Если же речь идет о переуступке прав по договору долевого участия после истечения срока сдачи дома, но до передачи квартиры, то все зависит от ваших договоренностей с покупателем. Вы можете оставить за собой право требования неустойки за период с момента начала просрочки до момента заключения договора, а можете передать его покупателю. Сейчас более актуальным является вопрос финансовой состоятельности застройщика в нынешних условиях. Если он не платежеспособен, то и взыскивать фактически будет не из чего. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Увидимся в следующем видео. Пока!